Почти каждый здравомыслящий человек постепенно переходит к более осознанному потреблению как продуктов питания, так и более тщательно начинает подходить к выбору средств для стирки и уборки. Первое, на что следует обратить внимание, это средства для стирки белья. Кожа – это самый большой орган человеческого тела и быстро впитывает все, с чем контактирует. В состав стиральных порошков входят ПАВы и фосфаты, которые не выполаскиваются холодной водой, а остаются в большом количестве на одежде и постельном белье. И далее, через мелкие капилляры поступают в кровь, нарушая ее биохимический состав. Около 0,5 мг фосфата остается на каждом квадратном сантиметре ткани, 50% из которых попадает в наш мозг и печень. Появление аллергических реакций и снижение иммунитета – это лишь маленькая часть последствий, которым приводит бездумное потребление бытовой химии. Но самое страшное – это на 50% повышается риск появления онкозаболеваний. Вы готовы привести к этому свою семью? И я уже не говорю о глобальном вреде для экологии, ведь попадая в сточные воды, сульфаты вызывают взрывной рост очень токсичных сине-зеленых водорослей и отравляют мировой океан. В Европе эти средства уже давно запрещены на законодательном уровне. Сегодня мы поговорим о полностью безопасных экопластинах для стирки от компании Greenway. В их состав входят полностью натуральные и биоразлагаемые растительные компоненты, не имеют запаха и не требуют дополнительного использования кондиционера. В нашем ассортименте существуют универсальные пластины для стирки, а также для стирки детского и нижнего белья. Они компактны, нет пыли, очень быстро растворяются в холодной воде и без остатка выполаскиваются из любой текстуры ткани. Благодаря компактным размерам очень удобно брать с собой в поездку. Помимо этого, в линейку Биотрим входит средство, которое заменяет химчистку. Теперь вы самостоятельно сможете удалять сложные пятна с текстиля, сэкономить большие деньги на чистке верхней одежды, а также обуви. И к слову, чтобы привести в порядок короткую шубку, обращаясь к услугам химчистки, вы отдадите 4-5 тысяч рублей. В нашем случае бутылочка со средством стоит 385 рублей, и ее хватит на 10 применений. А также спрей для чистки текстильных поверхностей, меха, шерсти, гладкой кожи, замши и твердых поверхностей. Этот компактный пятноочиститель очень удобно носить с собой в женской сумочке. Биотрим Нео есть в виде спрея и в виде салфеток для быстрого использования. Очень много восторженной обратной связи мы получили от клиентов, которые уже попробовали нашу биоочищающую пасту. Духовые шкафы, микроволновки и другие сложные загрязнения теперь вы очистите абсолютно без труда, а самое главное – без вреда для здоровья.